Это полное безумие, босс. Будет еще круче. Другой разговор. Если у вас есть проблема, и никто не в состоянии помочь, попробуйте найти их. И вы сможете нанять. Люблю, когда все идет как по маслу. Команду А. Гельфер Леонид Борисович. Специалист по взрывчатым веществам и пиротехническим операциям. Способен собрать бомбу из утюга, стакана сахара и цементной крошки. Дарабеш Константин Константинович. Джедай 80 уровня. В его руках становится оружием даже линейка и кусок мела. Филоненко Александр Александрович. Специалист по стрельбе в быстродвижущиеся мишени. Способен из рогатки сбить сверхзвуковой истребитель. Ловецкая Татьяна Евгеньевна. Гений наступательных и оборонительных операций с применением погодного оружия. Минеев Борис Николаевич. Профессионал по выводу из строя вражеской бронетехники любой защищенности. И просто тушка. Павич Наталья Иосифовна. Специалист по техническим агрегатам. Способна перебрать двигатель Феррари исключительно силой мысли. Радченко Александр Николаевич. Прямой потомок волшебника Мерлина. Самый молодой участник команды. Крупа Наталья Руслановна. Ас разведки и взлома цифровых оборонительных систем. Способна с помощью простого калькулятора заставить сойти с орбиты любой вражеский спутник.